Yoga, yoga, yogeshwaraya Bhuta, bhuta, bhuteshwaraya Kala, kala, kaleshwaraya Shiva, Shiva, Sarveshwaraya Shambho, Shambho, Mahadevaya Yoga, yoga, yoga Ishwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta 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 Ishwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya
पांची हो कौन खड़ी भी आई आया जी जी
सकल हंस में राम विराजे सकल हंस में राम विराजे अरे राम बिना रे कोई धाम नहीं यहाँ राम बिना रे कोई धाम जोत का वासा राम को सुमिरण दूजा नहीं हाँ सब ब्रह्मांड में जोत का वासा राम को सुमिरण दूजा नहीं हाँ तीन गुण पर तेज हमारा तीन गुण पर तेज हमारा अरे पांच तत् पर ज्योत जले यहाँ पांच तत् पर ज्योत जले हाँ जिनका उजाला चौदह लोक में सूरत डोर आकाश चढ़े उजाला चौदह लोक में सूरत डोर आकाश चढ़े हाँ नाभि कमल से परख लेना हाँ नाभि कमल से परख लेना अरे हृदय कमल बीच फिरे मणि यहाँ हृदय कमल बीच फिरे मणि हाँ अनहद बाजा बाजे शहर में और ब्रह्मांड पर आवाज हुई हाँ अनहद बाजा बाजे शहर में ब्रह्मांड पर आवाज हुई हीरा जो मोती लाल जवाहरत अरे प्रेम पढ़ा रथ पर खो यही यहाँ प्रेम पढ़ा रथ पर खो यही साचा मोती सुमर लेना राम धन से मारी डोरी नहीं साचा मोती सुमर लेना राम धन से मारी डोरी सुमर लेना राम धन से मारी डोर Намаскарам, намаскарам всем. Вирус продолжает распространяться. А также продолжают раскрываться новые аспекты того, что он может делать. Появляются все новые и новые данные, и они показывают, что этот вирус гораздо более сложный, чем мы думали. Это не просто респираторная инфекция. У нас все еще нет полной картины того, с чем мы вынуждены бороться. Так что лучше всего пока не встречаться с этим вирусом. К тому времени, когда мы должны будем с ним столкнуться, по крайней мере, у нас должна быть полная картина, что он может и что не может сделать. Потому что люди умирают от остановки сердца,
инсульта, от фиброза легких, пневмонии, нарушения иммунной системы, разных заболеваний, которые были спровоцированы вирусом. Так что самое лучшее, что все мы сейчас можем сделать, не встречаться с ним. Возможно, в ближайшие несколько месяцев нам все-таки придется с ним встретиться. Но к тому времени у нас может быть уже более полное представление о том, с чем мы столкнулись. Сейчас у нас нет полной картины. В Соединенных Штатах количество смертей продолжает расти. Их уже 43 тысячи. И где-то три четверти миллиона инфицированных. В то же время многие люди считают, что вирус — это просто миф, он только в нашем уме. У них в уме он точно есть. По всему миру погибло 200 тысяч человек, и вы думаете, что это лишь у кого-то в уме? Это серьезная ситуация, потому что в Соединенных Штатах люди выходят на улицы, заявляя: «Мне нужно подстричься. Я не могу больше оставаться дома, мне нужно подстричься». К сожалению, подобное происходит не только в одной стране. Мы наблюдали такое во все времена по всему миру. Население, которое богатело в течение 2-3 поколений подряд, становилось ужасно легкомысленным. Похоже, что только кризис и сложности заставляют людей до некоторой степени сосредоточиться на определенных вещах, к сожалению. Большинство людей не знают, как справиться с благополучием. Устойчивое благополучие — это, как правило, катастрофа для большинства цивилизаций в мире, и не только в наши дни. Так было всегда. Вот что нам нужно изменить. Чтобы даже в условиях устойчивого благополучия у нас все было хорошо, чтобы мы не развращали себя. По крайней мере, некоторые части этой культуры демонстрировали такое в прошлом, потому что материальное благополучие всегда было тесно связано с духовными практиками и духовной осознанностью. Благодаря этому люди оставались стабильными. Изменения происходят только в этом поколении, но еще 25-30 лет назад, там, где собирались самые богатые люди этой страны, вы бы увидели, что мужчины всегда были одеты в белое. Простой белый верх и белый низ. Даже сегодня в Тамилнаде это так до некоторой степени. Если вы пойдете на свадьбу, то увидите снаружи припаркованные Бентли, Мерседесы, БМВ и, конечно, много мотоциклов и мопедов ТВС. Если зайти внутрь, по крайней мере, по мужчинам, вы не сможете определить, кто приехал на Бентли, а кто на мопеде, потому что все будут одеты одинаково. Вы не сможете понять. По количеству украшений на дамах можно сказать, кто богат, а кто беден. По совокупному весу украшений на даме можно сказать, кто богат, а кто беден. Но среди мужчин нельзя понять, потому что все одеты в белое. Одинаковые накрахмаленные белые рубашки и белые доти. Быть богатым — это одно.
Но выставлять это на показ и заставлять других чувствовать себя ниже считалось недостойным. Никто никогда не говорил о богатстве во время встреч. Но в наши дни все меняется с такой скоростью во всем мире и в Индии тоже. Но целые поколения людей обладали огромным состоянием, и по сей день из-за духовной осознанности богатство не испортило их. Это очень важно, поскольку никогда раньше невозможно было создать богатство для стольких людей. В прошлом богатых людей было очень немного. Сегодня количество тех, кто может позволить себе многое, увеличилось. Да, до сих пор многим это по-прежнему недоступно, это другое. Но все же больше людей имеют доступ к большим деньгам и достатку, чем когда-либо в истории человечества. Если в такие времена, как сейчас, наше материальное развитие, благосостояние и богатство не будет переплетено с духовной осознанностью, что ж, тогда это не будет работать нам на благо. Даже здесь это очень явно показано. Неподалеку, в 60 километрах отсюда, находится город Тирупур. Конечно, сейчас у них некоторая депрессия, но в другое время в этом городе даже обычные рабочие зарабатывают в 2-3 раза больше, чем в Коимбатуре, потому что этот город ориентирован исключительно на экспорт, и каждый владеет своей компанией. Это город чулочных изделий. Там есть достаток. И что же в результате? Первое. У 42% мужского населения диабет от богатой жизни. Второе. И мужчины, и женщины в целом по форме пытаются стать как наша планета. Вчера был День Земли. Так что они двигаются в этом направлении. И где-то 3 или 4 года назад мы узнали, что из всего алкоголя, это было во времена Дивали, из всего продаваемого в штате Тамилнад алкоголя, почти 70% было употреблено в этом одном городе. Так что если вы разбогатеете, то окажетесь либо в больнице, либо в сточной канаве. Да? Если богатство приносит такое, определенно хорошего в этом мало. Богатство должно приносить благополучие, потому что путь от бедности к богатству, будь то в жизни отдельного человека, общества или нации, требует больших усилий, много тяжелой работы. Приходится проходить через множество неприятных вещей, чтобы перейти от бедности к изобилию. Это не получится сделать просто так. А разбогатев, все, что вы делаете, оказываетесь в больнице или в канаве. Какой в этом смысл? Все эти усилия бессмысленны. Тогда следующее поколение даже не будет добиваться успеха, если это то, что вы ему демонстрируете. Очень важно, чтобы каждое поколение демонстрировало, что материальное благополучие принесло им легкость, здоровье, интеллект, талант и, прежде всего, прекрасный образ жизни. Если какое-либо поколение не демонстрирует это, то следующее поколение начнет двигаться к упадку. Во многих отношениях именно это и происходит в мире. Я думаю, как и в прошлом веке, за последние 100 лет, в чем угодно, в плохом и хорошем, обычно лидирует США. Молодое поколение США демонстрирует, как все мы можем потеряться в бутылке или в таблетке. Даже сейчас люди умирают от передозировки и тому подобного. Наверное, один из самых популярных товаров в интернет-магазинах — это
легальные наркотики и опьяняющие вещества. Здесь мы боремся за то, чтобы люди не умирали с голода. Но там сейчас люди протестуют. Сотни выходят на улицы с протестом. Кто вы такие, чтобы заставлять нас оставаться дома? У правительства нет такой власти. Мы воспользуемся первой и второй поправками и будем делать, что хотим. О нас позаботятся высшие силы. Нам не нужны доктора, не нужны ученые. Это все чушь, этот вирус. О нас позаботятся высшие силы. И мы хотим постричься. Вы что, никогда не стриглись? Хорошо, я тоже. Вот насколько легкомысленным это становится, если мы не сделаем определенные вещи заранее. Все закончится катастрофой. Когда-то Шанкаран Пиллай жил в Сан-Франциско. Один раз его друг увидел разбитую лодку и спросил: «Разве это не лодка твоего дяди?» Тот сказал: «Да, это была лодка моего дяди». «Что произошло с твоим дядей?» Шанкаран Пиллай спросил: «Когда приближаешься к мосту Золотые ворота, там есть большой камень. Ты его замечал?» Он говорит: «Да, я видел». «Что ж, а он не увидел». Если вы не видите определенных вещей, это может стать катастрофой. Так что сейчас это дело первостепенной важности, потому что мы понятия не имеем, что за тип этот вирус. Все, что мы можем сделать — не встречаться с ним. Все стараются не встретиться с ним. Это самое простое, что мы можем сделать. Сейчас это все, что мы сделали, контролируя людей и управляя их поведением. Мы вовсе не контролировали сам вирус. Все хвалят Индию за ее лидерство в борьбе с вирусом, с такой плотностью населения. В основном это благодаря очень жесткому контролю над поведением людей. Все вы последние 15 дней выживаете только на тыкве, сладком картофеле и бобах. Ни овощей, ни фруктов. Вот почему ни у кого из нас нет проблем. Если бы каждый день туда-сюда ездил грузовик, могли бы начаться сложности. Хорошая новость в том, что 3 мая будет частичная отмена изоляции. Я не думаю, что мы можем позволить себе полную отмену. Отмена будет частичной как с географической точки зрения, так и с точки зрения деятельности. В каких-то сферах будут послабления, в каких-то нет. В каких-то частях страны изоляция будет отменена, в каких-то нет. Все те области, которые сейчас были отмечены как красные зоны, не думаю, что они могут позволить себе послабление. Если они ослабят изоляцию, пострадаем все мы. И здесь тоже есть люди, которыми управляет нечто иное. Эти люди впадают в бешенство, нападая на врачей, нападая на полицию. Как все вы знаете, чтобы справиться с этим, был принят новый закон. Но такое продолжает происходить. Просто невероятно, что в 21 веке, когда большая часть населения закончила, по крайней мере, 5 классов школы, или даже 10, кто, в общем, знаком с тем, как работает наука, и в такое время, когда 200 тысяч человек умирает при странных обстоятельствах, таких людей все равно невозможно убедить, что это серьезная проблема. Спасибо человеческому интеллекту. Вопрос от Сидараджа. Намаскарам, Садхгуру.
Деви — это проявление Божественного. И вы говорили, что во всем мире многие храмы, посвященные Деви, были разрушены. Я бы хотел узнать, почему Деви сама не смогла защититься от этого? Что ж, да, мы точно знаем, что поклонение Божественному в женской форме было широко распространено на территории современной Европы, арабских стран и Средней Азии. Но до наших дней оно сохранилось только в этой части Азии. В других частях света это жестко искоренили. Вероятно, наиболее тщательная задокументированная версия искоренения божественного женского начала — это… Все вы, наверное, знаете про охоту на ведьм. Даже сегодня мы используем это выражение, когда кто-то несправедливо подвергается преследованию. Мы говорим «это охота на ведьм». Это название возникло во время крестовых походов. Предполагается, что за 150-200 лет было сожжено более 6 миллионов женщин. Я не очень уверен в цифрах, но в то время, в период крестового похода, очень амбициозно распространялась религия. И вот что происходило в результате. Эти женщины были сожжены. Многие сжигались по самым разным причинам. Просто назовите кого-то ведьмой, и все. Люди сожгут ее заживо. К сожалению, подобное происходит даже сегодня. Так кто же такая ведьма? В некотором роде, когда женщина демонстрирует, что она способна на что-то, или она знает что-то помимо воспитания детей и готовки, она ведьма. Да, именно так и было. Обычно храмы Деви воспитывали женщин, которые обладают определенными способностями. Сейчас мы воспитываем новую культуру Байрагини и Деви Садак. Смысл не только в том, чтобы у нас по ашраму разгуливали красные дьяволы. А в том, чтобы постепенно по ашраму начало ходить Божественное. Это может занять какое-то время, чтобы постепенно создать то, что вы называете Божественным. Оно должно жить, ходить. Божественное в женском обличии было искоренено просто потому, что аврамический религиозный процесс ориентирован исключительно на мужчин. Он полностью мужской. В нем нет места женскому началу. Бог и его сын, Бог и его посланники — все они мужчины, ни одной женщины, потому что они считаются ненадежными, потому что они могут сказать что-то, потому что они могут обладать какими-то знаниями. Поэтому на территории арабских стран, в Европе и Центральной Азии было так много разрушений. Но во всей Индии нет ни одной деревни, в которой не было бы храма Деви. Когда я ездил в храм Сомнат, он был разрушен 17 раз одним правителем из Афганистана. 17 раз он пускался в это путешествие, а это около 14-15 тысяч километров. Он отправлялся в путешествие только чтобы разрушить этот храм. Первый раз я еще могу понять. Там были богатства, золото и все остальное. Хорошо разграбил, разрушил, сжег и отправился восвояси. Но зачем приходить второй раз? Может заполучить еще немного богатств. Но после этого там ничего не осталось, потому что люди просто устанавливали небольшие святилища.
Но он совершил это путешествие 17 раз и каждый раз уничтожал все. Так что я все гадал. Для чего? Дело было в тех трех богинях, о которых говорили в Аравии, в доисламскую эпоху. Одна из тех богинь, какой-то преданный, перенес оттуда одну из них и установил в храме Сомнат в качестве супруги Шивы. Поэтому они хотели ее уничтожить. Этот военачальник на лошади преодолевал по 13-14 тысяч километров в 17 раз, чтобы уничтожить эту богиню. Вот как в этом мире важно уничтожить женщину. Вот как это важно. Потому что если вы наделите женщин властью, тогда все глупые законы, все глупые идеи, законы рая и все чепухи, которые вы создали, все это рухнет. Я не буду вдаваться в механику того, как оно рухнет, но просто подумайте. Предположим, вы приняли женщину как Бога. Внезапно всякие походы в погоне за хорошей жизнью исчезнут, потому что это не в природе женского начала. Это всегда мужское. Он хочет отправиться куда-то за хорошей жизнью. Как минимум в другое место в этой стране, или на другой континент, или на другую планету, или в другую галактику, или в другое измерение, которое называют небесами, раем или еще как. Это по-мужски. Он хочет куда-то отправиться. И потом жить хорошо. Хорошо жить здесь он не может. Вот в чем его проблема. Огромная мужская проблема в том, что он не может жить хорошо здесь. Если вы посмотрите на мужчину и женщину, вы увидите, что женщина всегда хочет осесть. Если где-то есть определенный комфорт, можно осесть там и жить хорошо. Мужчина хочет подняться на гору и обосноваться на другой стороне. Эта сторона горы ему не подходит. Итак, если вы создали Бога-мужчину и Бога-женщину, и они вместе, как Шива-Парвати, вы не захотите никуда отправляться. Даже Шива обосновался в Каше из-за Парвати. Он странник, но после свадьбы, в зимние месяцы он обнаружил, что ей очень трудно находиться на большой высоте в Гималаях. Ради нее он спустился в Каши, но потом и он сам очень полюбил это место. Он не возвращался обратно очень долго. Итак, женщина всегда хочет осесть. Мужчина хочет куда-нибудь продвинуться. Слишком много продвижения. Нам, конечно, нужно движение, но слишком большое количество движения приводит к огромным разрушениям на всех уровнях жизни. Сегодня многие люди начинают рассуждать: вирус пришел, чтобы нейтрализовать нашу экономику, только потому, что мы с ней немного перестарались. Я этого не говорю. Это не способ сбалансировать нашу экономику или нашу деятельность. Для этого есть более разумные способы. И одним из важных способов сделать это является расширение возможностей женского начала. Вы увидите, что во многих отношениях поступательное движение немного спадет. Либо вы ориентированы вовнутрь, и тогда вы можете сидеть здесь. Либо вы каким-то образом связаны с женщиной, и тогда вы будете здесь. Иначе одинокий мужчина, как его контролировать? Он все время куда-то стремится. Если вы ориентированы вовнутрь, вы сидите очень легко. Либо же вас может связать женщина. Во многих отношениях экономика и разрушение планеты еще не достигли точки невозврата, лишь потому, что большинству мужчин по-прежнему нужна женщина. Очень немногие мужчины могут жить без женщины. Это либо аскеты, и с ними нет проблем, либо суперамбициозные тираны, и они — большая проблема. Да. Так вот, была ли Деви уничтожена? Она в каждой деревне по всей Индии. В деревне.
Может не быть храма для мужского бога, но всегда есть храм для Деви. В Тамилнаде нет ни одной деревни без Мариамман. Ни одна деревня Карнатаки не обходится без Мари. Там ее называют Мари, здесь Мариамман. Где-то еще Кали. Она с легкостью принимает многие имена. Почему же она не может позаботиться о себе? Такова природа женщины. Ее не будет там, где все принимает слишком страшную форму. Она пойдет и поселится там, где атмосфера благоприятна. Именно это она сделала. Мы должны заботиться о ней. Йога, йога, йогешварая, бхута, бхута, бхутешварая, кала, кала, калешварая. Шива, Шива, Сарвешварая, Шамбо, Шамбо, Махарая.